прямо сейчас проходит и еще одна распродажа. Не знала. Между прочим, наш корреспондент Надежда Семендяева находится в молодежном центре Веста. Вот, именно там можно купить самые нужные детские вещи по бросовым ценам. Вот уже вижу, Надя. Надя, привет, привет, доброе утро. Рассказывай, когда можно будет уже налетать? Доброе утро, Аня, Габриэль. Видите, я уже вовсю тут изучаю материал на семейной гаражной распродаже. Больше всего заинтересовала меня вот эта вещь. Посмотрите, это костюм 3-летнего джентльмена. Пальто вполне себе стильное и модное. Посмотрите, тут же у нас жилет юного 3-летнего или 4-летнего максимум джентльмена. Ну а более подробно о том, что есть на семейной гаражной распродаже, а здесь масса вещей, мне расскажет организатор Дозорцев Илья Борисович, директор, исполняющий обязанности директора молодежного центра Веста. Илья Борисович, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, вы говорили, что это 1/10 часть всего, что будет вот сегодня, что увидят молодые мамы? Доброе утро, совершенно верно. Выбор достаточно широк, который вы уже здесь видите, но это 1/10 часть, как вы уже сказали, от начиная чепчиков, заканчивая, как вы уже показали, красивым пальто, и даже конверт у нас здесь присутствует, и куртки, и великолепные снуды, поэтому мы приглашаем всех сегодня к нам в молодежный центр Веста на Транзитную 52 с 15 до 19 часов. Ждем всех желающих, так сказать, посетить и найти себе что-то очень хорошее, нужное, важное для семьи. Сразу хочется сказать, что это самые нужные молодым семьям вещи, потому что все мы знаем, что дети растут не по дням, а по часам, и этих вещей надо огромное количество, а стоит это все недешево. Недешево сейчас, и, наверное, каждая вещица тут на вес золота. Скажите, пожалуйста, все-таки сколько они будут стоить? Ну, не зря это распродажа. У нас все вещи начинаются, грубо говоря, от 50 рублей и максимум 300-400. Но при всем при этом она гаражная, значит, можно будет еще и договориться и даже цену понизить. Ага, то есть торг уместен, скажите, пожалуйста. То есть, вот шапочка 50 рублей у меня снимает оператор. Можно сбить до 25? Ну, я думаю, тут уже будет все зависеть либо от мамы, либо от папы, как они уже договорятся. Но я думаю, что, в принципе, можно будет. Дело в том, что здесь есть некоторые вещи, которые представлены не только в бывшем употреблении, но и абсолютно новые. А есть даже некоторые, которые сделаны своими руками. Угу. Мы обязательно посмотрим новые вещи. Новые вещи, наверное, стоят уже приличных денег и несколько, наверное, несколько сотен, а может быть даже и 1000 рублей. Ну, потому что детские вещи – это всегда дорого, да? К счастью, так как мы очень хорошо работаем с партнерами, спасибо моей команде, нет. Даже цены на новые вещи те же самые, грубо говоря, там от 50 рублей до 400. Есть некоторые модели, которые представлены чуть подороже, но потому что, собственно говоря, они вот такие. Очень хочется еще показать вам вещи собственного производства. Это действительно уникальные вещи. Посмотрите, вот джемпер, посмотрите на все игрушки. Это все действительно тоже стоит дорогих, баснословных денег, потому что попробуй-ка заказать такую вещь у мастерицы, действительно? Сколько это будет стоить вот на распродаже? Вы знаете, видимо, у нас сегодня традиционные цены, грубо говоря, опять от 100-200 рублей до 400. Но, я говорю, еще раз, в этом отношении можно будет обязательно договориться с мастером и, собственно говоря, приобрести эту вещь за такие большие деньги. Угу. Ну и в самом конце хочется сказать, напомнить молодым мамам, что на этой распродаже им еще помогут не только вот практически, не только эти шикарные вещи могут разрешить купить по бросовым ценам, но еще и помогут теоретически. Совершенно верно. Сегодня нас ожидает не только сама распродажа, но и образовательные семинары «Как формировать семейный бюджет». Сегодня нас ожидает различный творческий мастер-класс от тех, кто придут с детьми. И даже у нас сегодня будет очень классный розыгрыш от наших партнеров. Поэтому еще раз повторяю, сегодня 15 до 19, Транзитная 52, молодежный центр Веста ждет вас на гаражную распродажу. Хочется напомнить, что это мероприятие, которое нельзя пропустить молодым мамам, потому что все мы заинтересованы в экономии своего семейного бюджета. Бегите сюда на Транзитная 52. Ну и слово вам, Аня, Габриэль.